Так, друзья, всех приветствую. Начинаем серию уроков по Stories Telegram. И сейчас, сегодня я буду создавать Stories из... Давайте разобью эти уроки на Stories из картинки, Stories из видео и Stories просто. Какой-нибудь текст, либо что-то интересненькое ставить. Мы рассмотрим вопрос о том, как добавить картинки, видео, сделать что-то захватывающее, да? Ну вот, допустим, сегодня у нас первое число, и сегодня я по купеческому закону пополнил свой растущий поток на 100 тысяч. Сделал скрин пополнения, и давайте сейчас я опубликую. Жму долго на свой аккаунт, добавить историю, и вот он мне предлагает, соответственно, либо видосик записать, либо... скрин. Я выбираю соответствующий скрин, да? Вот этот скрин мне нужно непосредственно сделать из него что-то красивое хотя бы, да? Захватывающее. Что мне надо для этого? Мне надо для этого набор эмодзи, наборы стикеров, и для этого мне надо как можно больше интересной музыки закачать на свой телефон. Так. Что мы делаем? Прежде всего, начинаем оформлять, да? То есть, я уже знаю, у меня уже под этот растущий поток, под пополнение есть определенная музыка. Но прежде всего, я сделаю наброску эмодзи. То есть, смотрите, да? То есть, у нас есть здесь рисунок, у нас есть стикеры, да? Когда мы выбираем стикеры, у нас есть эмодзи. Эмодзи это маленькие значки, да, но их тоже можно, да, выйти. Вот видите, сколько у меня наборов, разных наборов эмодзи. И я, в принципе, знаю их более-менее хорошо, так, чтобы я приблизительно уже чувствую, где что из какого набора взять. Поэтому эти наборы должны быть у вас. Ну и, конечно же, у вас должен быть премиум аккаунт Телеграма. Если у вас этого нет, то ничего вам не поможет данное видео. Вам надо приобрести. Стикеры, соответственно... тоже у меня довольно приличный набор стикеров. Каждый раз, когда я вижу что-то новое интересное, я себе его добавляю в эти наборы. Поэтому делайте то же самое. Вот, смотрите, дорогие друзья, стикеры, они бывают тоже статическими, бывают динамические. В зависимости от ситуации мы их пользуемся. Мы можем также в разделе стикеры поставить либо ссылочку, либо звук, да, можем поставить. Либо какую-то геопозицию, даже температуру, если это нам надо. Вот, поэтому это тоже мы будем использовать. Поехали. Значит, сейчас я переключаюсь на эмодзи. Вот этот вот набор берем. И берем непосредственно стрелочку, да. И не одну стрелочку, а... Нет, это вот так вот. Оп. Я в мусор выкинул, да. Мне нужно сделать по-другому. Я сейчас вот выбираю текст, да, и эмодзи поставлю вот наборчик, который я хотел, в тексте. Вот, раз, два, две эмодзи я поставлю в тексте. Между ними сделаю пробельчики. Вот, и готово. Давайте, я могу это дело развернуть, уменьшить столько, сколько надо, да, и подогнать это под наши цифры. То есть сегодня я пополнил растущий поток на 100 тысяч 19 рублей. Вот. Все, видите, уже у нас есть красивые стрелочки. Теперь поставим что-нибудь под вид заряжающейся батарейки. Оп-оп. Переносим на следующую строку и также можем сделать... Чуть-чуть увеличиваем, чтобы было это все красиво. Оп, получается, оп, получилось, зарядился наш опять растущий поток. Вверху ставим РП, допустим, РП зелененьким. Можно букву А, если мы нажимаем один раз, он темный фон, если еще раз, он вообще черный фон, если еще раз, он убирает фон, либо делает зеленым. Противофон, как говорится, да? Вот. В зависимости от того, что вы хотите, можно вернуть в то русло, в которое вам будет интересно. Здесь надо нарабатывать опыт и нарабатывать руки.
Так, растущий поток. Что-нибудь интересное сейчас мы ему придумаем. Растущий поток, что-нибудь интересное. Это такой творческий процесс. Однозначно этот процесс нужно апгрейд, вот апгрейд растущего потока. И мы топ поставим. Вот. Типа топовый поток и апгрейд его сделали. Вот так вот. Очередной апгрейд. История пополнения немножечко повыше. Все, с этим мы разобрались. Теперь мы поставим. Я люблю такое более что-то интересное, динамическое. Походим в другой набор. Потом вы будете наборы уже знать наизусть. Вот. Так, убираем фон. Фон нам не нужен. Несколько раз нажимаем. Убрали. Вот. Подкормили. Вот такой растущий поток. О, отлично. Так. И здесь мы можем поставить вплоть до, даже до монетки падающие. Монетки, где у нас монетки? Монетки, не помню, откуда у нас монетки, но они у меня есть вот здесь. Чик-чик, монетки. Оп. И немножко увеличили. Все, джик. Вот. Сделали так красиво. Дальше. Предыдущие пополнения давайте мы тоже оценим. Мы же тоже молодцы. И предыдущие пополнения нам тоже надо оценить. Или даже мы можем сделать следующим образом. Мы можем вот это сдвинуть вниз. Еще сюда добавить монетки. Оп, монетки. Пробел. Оп. И то есть с предыдущих пополнений мы уже получаем деньги, да? А здесь у нас будущее получение уже запущено. Вот так вот. И все в динамике, все шевелится. Видите, из какого-то обычного скрина у нас потихонечку все вырисовывается очень интересное. Так, идем дальше. Так. Вот, ладошечки, себя поздравим, мы молодцы. Мы запустили поток. Так, увеличиваем и ставим сюда. Пополнили. Прошлый раз то же самое. Так, и поставим какие-нибудь галочки, что мы это уже сделали. Так, что у нас есть интересное? Так. Небольшие, чтобы сильно на себя внимание не перетягивало. Сейчас другой набор посмотрим. Может быть, здесь есть что-то такое. Нет, то идем дальше. Здесь. Тут хороший тоже наборчик. Галочка есть. Это есть, но слишком крупная. Сейчас посмотрим. Давай, подгружайся уже, подгружайся. Я еще на старом телефоне все это делаю. Тут много эмодзи у меня. Так. Вот. В принципе, что мы можем здесь сделать? Во-первых, удаляем. Вот. И мы можем сделать здесь. Даже вот эти кружащиеся монетки даже можем поставить. А если хотим помельче, значит еще делаем пробельчик, еще на новую строчку переносим. Готово. И чтобы нам вписать в эти строчки, мы уменьшаем эти монетки. Оп, еще уменьшаем монетки. Оп. И у нас получились красивые такие вот монеточки. Теперь мы их аккуратненько передвигаем. Немножко еще уменьшить где-то. Это творческий процесс, еще раз повторю. То есть этот процесс требует терпения. Но потом рука набивается, и у вас получается очень интересно. Ну вот хотя бы так для начала, да? И либо можем вынести их сюда, будет красивее. Вот даже.
Вот. Давайте напишем хочу также. Хочу также. Нет, мы это уже должны в стикерах писать. Идем в стикеры. Вот стикеры. И ссылка. Да, ссылка. То есть вот смотрите. Ссылку, чтобы вам писали в личку. T. Еще раз. t.me/. Каждую букву надо знать наизусть. https://t.me/. И пишем здесь уже свой ник Telegram. Telegram нам не надо, а текстовая ссылка нужна. И тут мы и пишем «хочу также». Все, добавить ссылочку, бам, добавить. И мы можем ее сделать, допустим, красной, если мы на нее нажмем. Галочка, отлично, и мы ее сюда вставляем. Хочу также. Можно черный вот так вот сделать. Что у нас есть такое, такой цвет, такой, ага, понятно. Хочу также. Угу. И тут мы напишем, допустим, пиши сейчас, да? Так, красным тоже. Сделаем пиши сейчас. Сейчас. Так, чик. Готово. Мы это уменьшаем. Угу. Это сдвигаем сюда. Здесь чуть-чуть еще уменьшаем, сдвигаем. Чтобы у нас возможно было поставить как бы стрелочку между ними. Идем в текст, нажимаем эмодзи и ищем хорошую красивую стрелочку. Вот у нас, допустим, есть вот две стрелочки. Есть вот такая вот зелененькая. Ну, давайте мы ее и поставим, да? Готово. Мы ее берем, разворачиваем. Она такая мигающая, интересная. И вот так вот делаем. И уменьшим ее немножечко, чтобы она более красиво смотрелась. И вот так вот. Пиши сейчас, хочу так же. Она магнитом прилепляется. Во, получилось красиво, смотрите, да? То есть был какой-то скрин, очень такой серенький, а теперь мы его немножко разукрасили. Ну, тут важно тоже не переборщить, вот даже сейчас я чувствую, что он у меня перегружен немножко, да? Поэтому давайте вот это монетки лишние я убираю, а вот эти монетки я вот сюда передвигаю. И уже намного легче стало. Вот, очень важно не перегружать. И пишем текст обязательно. Да? Так. Вечно молодой растущий поток всегда просит кушать. Вот, чух. Вечно молодой. Так, и поставим сюда. Здесь интересно есть. Клавиатуру убираем. Это вот так. Еще раз возвращаемся сюда. Вечно молодой. И эмодзи есть интересные. Знаете, что вот. Сюда хочет, сюда просит кушать. И где у нас тут есть? Вот. Малышок такой, который просит кушать. Так, подкормил. Подкормил. Так, теперь подкормил и ставим соответствующую. Так, галочку. Ставим соответствующую галочку. Здесь у нас сильно нет ничего интересного. Может здесь что-то, да? Подкормил. Можем вот так вот поставить, да? Либо что-то поинтересней. Вот здесь, по-моему, у нас что-то динамическое очень поинтереснее. Чук, подкормил.
Так, тут поняли, да? Что в этом тексте внизу мы пишем и тоже можем ставить. И вот так вот. Или зелененький. У нас уже зелененький растущий поток. Вот. Все. И текст мы подписали. В этот текст мы, соответственно, ссылочку. Хочу также там ссылочка зашифрована. Здесь мы подписали. Все, что у нас осталось, добавить музыку. Идем. И звук. И теперь начинаем из всех, которые загружены. Но я знаю, у меня уже под пополнение растущего потока уже создана как бы композиция, я всегда ее вставляю. Вот. Макеба, по-моему, называется, если не забыл. Да, вот Макеба, да? Вот. Вот. Пошла Макеба работать. Если долго нажимаем, мы можем звук увеличить побольше. Все, отлично. Запускаем. Теперь запускаем грузиться данные stories. Все, здесь мы можем настроить, увидеть stories только мои контакты, допустим, либо только близкие друзья, список близких друзей, да. Но мне надо, чтобы увидели все, чем больше увидеть. Если нажму здесь, то вы сможете скачать эту stories. Нажму здесь, то никто не сможет скачать. Я убираю, потому чтобы мошенники не качали мои stories. Вот, и потом отдельно, если надо, опубликовываю в чате MLM, ментора MLM миллионеров. Поэтому берите оттуда. Опубликовать историю, и все. Пошла качаться. Видите, да? Во время закачки я стараюсь не трогать дальше ничего, для того, чтобы оно спокойно уже загрузилось в сторис. Вот пошла грузиться, крутится. Вот надо где-то минуточку, чтобы спокойно загрузилась без ошибок. И мы посмотрим, что у нас получилось. Ожидаем пока. Ничего, не нагружаем телефон. Идет процесс перекачки в сторис, создания сторис, публикования. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. И пойдем, как говорится, дальше. Пойдем дальше. Надеюсь, все понятно, как делать сторис статическую, да, из статической картинки. Вы можете делать вот что-то такое разнообразие, да? Либо вы можете записать видеоролик. Это уже следующий этап, да? Вы можете записать какой-то видеоролик и опубликовать. Так, смотрим. Вот, подгружается уже еще немножко. И сейчас, когда загрузка исчезнет и появится имя, когда слово «загрузка» под моим аватаркой исчезнет в левом верхнем углу и появится имя, то сторис будет загружена, и мы сможем уже воспользоваться. Смотрим. Вот. Бам. Все, готово. Есть. И мы нажимаем и просматриваем. Вот такая сторис у нас получилась. Шикарно. Нормально. Исходя из того, что у нас был просто тупой скрин, у нас что-то поинтереснее получилось. И дальше я иду и вам это отдаю в менторе миллионеров. Я вот так. Да, и тут еще напишу купеческий закон исполнен, что-нибудь интересненькое. Так, что-нибудь у нас есть. Вот тут вот. Слишком большие, да? Ладно, просто обычными напишу, большими только. Купеческий закон выполнен. Потоки пополнены. Пополнены. Отлично. Вот, бам, звездочку тух. Шикарно. Все, и нажимаю опубликовать. Все, вот отсюда вы можете где-то даже скачивать сторис, опубликовывать где-то на своих ресурсах, либо себе закачивать уже готовый сторис. Поэтому очень важно и выгодно быть на канале Ментор Миллионеров, что оттуда можно брать вот такие вот уже готовые сторис, которые я уже сделал. Вот. Ну а так, конечно, нарабатывайте опыт и самостоятельно, пожалуйста,
набейте руку, чтобы вы это тоже могли умели делать. Первый этап по созданию сторис мы завершили. Переходим дальше к следующему этапу. Так, друзья, делаем еще одну сторис. Нажимаем на наш аккаунт. Добавить историю и идем, да? Так, вот, допустим, сегодня мы будем делать сторис из Сберкассы. Так, чух, добавляем сюда эмодзи, который привлекает внимание. Так, и так каждый день. Так, каждый день. Еще раз. Оп. Все, ну так, текст написали. Так, теперь. Так, 221 тысяча. Мы можем как-нибудь выделить, интересно. Ну-ка, как? Сейчас попробуем, что она нам даст. О, это очистить. Не то. Белое почему-то, а если красное? Чик. Угу. Ну, интересное выделение. А это? Тоже белое. Угу. Вот это интересное выделение. Мы ставим большое это и жик. Оп. Видите, мы еще... Оп, на максимум я поставлю. И так красиво. Жик. Класс. Шаг назад. Жик. Пока не понравится. Шаг назад. Жик. Пока не понравится. Можете по диагонали так как-то. Не то. Не то. Вы художник своих сторис. По братку. Не то. А так. Не нравится мне. Вот такая волна, да? Ну-ка, точно, может, волну, да? Чик. О. 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 Что-то уже вырисовывается. Сторисы — это творчество. Дорогие друзья. Сторисы — это творчество. Ну, вот как-то так можно. Вот. Ладно, пускай будет так. Так, теперь ставим стикеры. Нет, эмодзи. Давайте поставим эмодзи. Наш пальчик вверх. Так. Где же ты? Вот он. Эмодзи. Пам-бам. Он типа смотрит, и ему типа нравится. Вау, круто. Да, каждый день. Обязательно текст напишем. Красные буквы. Каждый день. Если мы уберем оп, то он в одну строчку. То он в одну строчку. В принципе, нам это и надо. Потому что на белом фоне красный смотрится очень хорошо. Пишем каждый день. Все. Хорошо. Так, теперь мы выберем текст и поставим эмодзи, который как бы на эту сумму направляет внимание. Стрелка, то есть, ну, вот это одна из самых лучших стрелок, которые я использую. Вот. Каждый день. Угу. Так, теперь сделаем снизу ссылку. Идем в стикеры. Ссылка. Пишу свой ник. Телеграм, который каждый из вас должен знать наизусть. Вот он, мой ник Телеграм. Здесь крестик нажимаю, закрываю, чтобы ссылка не проигрывалась.
А текст открываю. Хочу. Также. Тан-тан-тан-тан-тан. Черное, да? Что ты мне черное даешь? Красное не хочешь давать, да? Черное. Ну ладно. Пускай будет черное. Типа пиши. Так, пиши сейчас. Так, красным. Готово. Теперь это уменьшаем и загоняем его чуть ниже. А можем его вообще вверху сделать, да? Пиши сейчас. Пускай будет так. Так, теперь посмотрим. То есть наборы не просто надо иметь, во-первых, их надо иметь, а во-вторых, их надо знать. Сейчас подгрузится у меня. Когда вы наборы уже знаете, вам намного проще. То есть в нашем деле очень важна, как понимаете, память, да? То есть если с памятью туго, то есть сложновато будет во многих вещах. Вот, поэтому память надо тренировать и кушать витамины. Если будете кушать консервы и всякую хрень, типа булок, да? С дрожжами, то памяти у вас не будет, потому что это все дерьмо полное. Это некачественное питание дошираковского плана. Оно не приводит к увеличению мозговой активности. Изучите этот вопрос. Вот, так, тут все нормально. Я пью БАДы от Дженниса, очень хорошо себя показывают, поэтому рекомендую. Так. Чик. Настраиваем. Пиши сейчас. Вот. Хочу также. Может быть, какой-то черный фон как-то не смотрится. Изменить. Тут у нас все нормально. Почему ты красный не даешь? Ладно. Наверное, там цвета стояли другие. Ну, ладно, пускай будет так. Так. Чуть уменьшим. Вот так вот. Хочу так же. Так нормально. Так, пиши сейчас. Хочу так же. Каждый день. Давайте поставим рублик, идем в наши эмодзи. В связи с тем, что эмодзи я знаю и помню, у меня вырисовывается определенный как бы шедевр картинки. Да? Вот. Вы их все просмотрите, и тогда вы в голове запомните, ой, а вот это интересный знак, его было бы хорошо там ставить в конце суммы рублей, да, и я его запомнил, где он есть. Это стрелочка интересная, это еще там что-то интересное. И таким образом постепенно вы запомните все самое интересное. Это все набивается рука. Практика, практика, еще раз практика. Так, что у нас здесь есть интересного? Сделать вот так вот. Вот так вот, типа чик, стрелочка. Угу. И сообщество. Где у нас наше сообщество? Значок сообщества. О,
шикарно. В принципе, достаточно, чтобы не перезагружать. Единственный момент, сейчас мысль пришла. Может, типа ссылочка вот так вот поставить. Пиши сейчас, во, ну тоже в принципе интересно, пускай будет, чтобы не перезагружать уже как бы сторис, этого в принципе вполне достаточно, и в то же время, чтобы она красиво смотрелась, ну можно еще там что-нибудь чисто добавить, каких-нибудь фейерверков, где тут у нас эти всякие звездочки, бам-бам-бам, готово, вот как-нибудь вот так вот можно даже их добавить, вот так. Вот. Тут, как говорится, полет фантазии ваш личный, как хотите. С каждым разом вы будете чувствовать все больше и больше, где что надо написать, а где что надо сделать. Чем больше сториз сделаете, тем больше у вас будет практика, и, соответственно, вы будете уже чувствовать все это дело. То есть я сделал уже как минимум, наверное, около 1200 сторис, поэтому догоняйте меня, и у вас будет такой же опыт, и все у вас будет прекрасно. Поехали дальше. Теперь все, что нам надо, это поставить интересную музыку для того, чтобы переключаемся на стикеры, звук, для того, чтобы музыки у меня вполне закачано тут, да, вот, чтобы это смотрелось интересно. Так, теперь здесь все, чтобы все видели мои сторис. Здесь я выключаю, чтобы мошенники не копировали мои сторисы. Если вы еще пока не лидер, можете этого не включать, потому что обычно мошенники подделывают лидеров. Опубликовать историю. Все, пошла грузиться вот сторис. Мы ничего не трогаем, ждем загрузочки. Сейчас сторис загрузится, и мы посмотрим, как у нас это дело получилось. Ждем. Ждем. Вот так, лишнее, что у меня тут есть, брать. Ждем, пока сторис загружается. И сейчас покажу, как сторис можно скачать. Нажимаем также три точки и скачиваем. После этого я вот эту сторис могу опубликовать уже на канале у себя. Да? Загрузка, загрузка, загрузка идет, 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 идет. Чуть-чуть осталось. Когда еще пишется слово загрузка, вот оно, да, загрузка, то не трогаем. Как только появится имя, либо мой аккаунт написан, то все. Бам-бам-бам, все. Моя история написана, да? Все, проваливаемся. Вот такая у нас получилась сторис. Класс, да? Нажимаем, проверяем ссылочку. Все, ссылочка активна, все хорошо. Обязательно проверяйте потом сторис. Теперь идем на канал. И размещаем эту сторис, как уже закачанный файл. И так каждый день. Хочешь также, тогда выбирай. Хочешь также, тогда выбирай наставника и начинай разбираться в работе денежных потоков. Прекрасно. Дальше идем. Ставим потоки. Так, тут какой-нибудь поставим эмодзи, которая как бы. Тогда выбирай наставника. Так,
Или можно вот так вот взять. Так, хочешь также вопросик поставим? Хочешь даже с двух сторон вот так вот тык-тык. Хочешь также? Тогда выбирай наставника. Начинай разбираться в работе денежных потоков. Вот так вот. Пам. Пошло публиковаться история на канале. То есть сейчас у вас даже есть опыт, как закачать свою сторис на канал. Кто ведет каналы, либо в гостевой чат вы тоже можете поделиться своей сторис в гостевом чате. Если у вас интересная сторис, вы также ее скачиваете и делаете публикацию в гостевом чате, да? Теперь еще один момент, когда закачиваем уже сторис, ту, вот смотрите, мы выбираем сторис, да? Мы берем уже готовую сторис. Допустим, вы у кого-то увидели красивую сторис, вот вы берете и закачиваете к себе, да? Вот. Взяли, да? И что вам надо сделать? Вставляем этот текст, да? И смотрите, ссылка здесь не активная, потому что здесь же видео, да? Видите? То есть ссылка здесь «хочу» также не активная. Поэтому вам сюда надо поставить свою ссылку, поэтому я еще раз иду в стикеры, включаю ссылку, мне сверху надо наложить свою на свою ссылку, потому что ссылка на скачанном видео, она не активна, но сверху накладываем, чтобы она была активная. Чик. Таким образом вы можете скачать у кого-либо любую сторис и сверху наложить свою ссылочку. Вы можете взять мою сторис на канале и сверху наложить свою ссылочку в Telegram. Все, у вас все готово. Я поэтому и выкладываю на канале, поэтому надо обязательно быть подписан на канал Ментор Миллионер, потому что я все время выкладываю сторис. Вы эти сторисы можете закидывать себе в сторисы, либо на своих каналах публиковать. Вот. И таким образом у вас будет идти быстрее движение. Хочу также. Хочу также. Добавить. О, а тут красное. Отлично. Тут будет красное. Все. Ссылочка есть. Теперь публикуем. Теперь идет публикование на канале. Вот. Ждем. Ждем, когда загрузится. Вот здесь в этом видео сборнике по сторис у вас будет знание не только как загрузить сторис на свой аккаунт, но и на канал, который каждый из вас в будущем придет то время, когда создаст канал и будет его тоже раскручивать. Вот внизу видите, появляется фотоаппаратик, да? Вот на этот фотоаппаратик нажимаем и выбираем уже заранее скачанное сторис со своего личного аккаунта и закачиваем на канал таким образом. Поэтому тоже у вас сейчас есть навыки, как это можно делать. Просто повторяйте все, что делаю я, и у вас будет такой же результат. Просто копируйте. Ждем, сейчас закачивается сторис. Как только сторис закачается, мы проверим ее, чтобы ссылка была кликабельна. В эту ссылку можно вставлять там, и реферальную ссылку. Но в связи с тем, что нам нужно включать VPN, реферальная ссылка, то есть не совсем будет работать, потому что человек попытается по ней перейти, а в итоге страница будет заблокирована. Поэтому лучше в личку, а потом уже в личке введите беседы. Идем. Грузится. Давай. Бам, загрузилась. Как только она загрузилась, вот сторис, вот она появилась здесь. Да. Ну и давайте смотрим. Проверяем ссылочку. Все работает, все прекрасно. Ставим себе лайк за то, что мы это сделали. Ну и на этом работа с каналом по сторис я заканчиваю. Переходим. Дальше будет работа с видео. Так, теперь, друзья, мы поработаем немножко с видео. Нажимаем «Добавить историю» и выбираем
из наших скачанных где-то файлов. Допустим, вот возьмем Веру. Так, да? Что наше возьмем Веру. Развивается 12-й год. Да. Это уже... Пишем тоже. Сообщество развивается 12-й год. Свободных людей. Развивается уже 12-й год. Напишем что-нибудь интересное там. Один из аргументов, это точно. Так. Так. Факт написать. Факт, да? То есть, кто хочет факты, вот вам факт. F. Где ж тут F? А. К. Т. Пускай будет так. Факт. Сообщество свободных людей развивается уже 12-й год. Пускай будет так. Красиво? Красиво. Другой факт, первый факт, это 12 лет мы уже работаем, развиваемся. Так, отлично. А второй факт, что у нас есть дальнейшие планы на развитие. Мы изучаем... Дальнейшие планы на развитие, это хорошо. Так. И внутри что-то делать. Научить как можно большее количество людей новым умениям на финансовом рынке. И правильно инвестировать. Для себя. Лет. Факт, что наше лет. Сообщество 12 развивается 12-й год. Это уже один из аргументов, да, что это надежно. Другой факт, первый факт, это 12 лет мы уже работаем, так. Развиваемся. А второй факт, что у нас есть дальнейшие планы на развитие. Добавляем. Мы изучаем же, как завести, вывести, купить криптовалюту, вывести криптовалюту и внутри что-то делать. Сообщество. Научить как можно большее количество 12 людей лет, да? Новым так. Умением на финансовом рынке. То есть мы закачиваем это коротенькое видео, меньше минуты должно быть, и добавляем эмодзи. Да? Наше сообщество развивается 12-й год. Это уже один из аргументов. Что еще такого интересного бы сюда добавить? Давайте и currency. Это 12 лет мы уже работаем, развиваемся. А второй факт, что у нас есть дальнейшие планы на развитие. Мы изучаем же, как завести, вывести, купить криптовалюту, вывести криптовалюту и внутри что-то делать. Научить как можно большее количество людей новым умением вот. На финансовом в принципе рынке. Для данного видео правильно больше не надо, остальное будет перегруз просто. Факт, что очень красиво и в принципе можно запускать. Это все, нажимаем далее, проверяем все, это у меня выключено, даже можно изменить обложку, смотрите, тут такая фишка. То есть мы можем выбрать любой из кадров. Так, Вера держит руки. Хороший, в принципе, кадр. Это... Так, а вот этот кадр. Так. Этот кадр. Руку вверх. Угу. Лучше вот это. В принципе, думаю, вот это нормально будет. Это обложка. Опубликовать историю. Все, пошла публикация. И сейчас посмотрим, сейчас загрузится. Поэтому вы можете брать длинные видео, там минут по 5, какой-то кусочек себе вырезать в сторис. Потому что сторис вырежет только минуту из этого длинного видео. Это тоже, в принципе, очень удобно. Поэтому вы можете с Ютуба где-то скачивать какое-нибудь видео, там 2-3-4-минутное, и какой-то кусочек тоже из него в сторис заливать. То есть тут целое тоже плацдарм для действий. Вот, поэтому научитесь скачивать видео с Ютуба, это очень просто можно делать. Но сейчас, возможно, если в России с VPN-ом надо, придется это делать. Но в любом случае, гуглите, это возможно делать, учитесь. Вот, всякие там мотивационные ролики, потом можете это скачивать в сторисах у других людей. Обязательно подписывайтесь на Ментор Миллионеров, там берите мои сторисы, это все для команды я специально выкладываю, чтобы вы могли это сделать. Давайте посмотрим. Бам-бам. Факт, класс, что да? Наше сообщество развивается 12-й год. Это...
Скачиваем. Сохранить так, видео. Все, я сохранил. Аргумента, да, что это надежно. Другой факт, первый факт. Это... Отлично. Вот таким вот образом вы можете тренироваться на сторисах, поэтому обязательно это делайте. И чем больше вы наработаете свой личный опыт, тем больше у вас будет и круче результат. Многие делают накладку видео кругляшка на фотографию или наоборот. То есть, кто хочет, можете тоже поделиться этими навыками. Вот, кто-то несколько фотографий. Вот, поэтому я использую пока вот такие вот шаблоны, в принципе, этого достаточно. Вот, кто-то хочет больше заморочиться, может уже дальше гуглить и повышать свой уровень профессионализма. Но хотя бы этому научитесь, уже будет очень-очень хорошо. Всем счастливо и до новых встреч!